смотрите, какое дерево. Обалденное дерево. Класс. Не настоящее? Искусственное? Да. А из чего сделано? Что-то непонятно, что сделано. Ну, а мне тоже кажется настоящий. Нет, это настоящее дерево, Илюш. Настоящее? Да, это настоящее дерево. Это только в Африке растет, оно не может прирасти именно тут. И грибы нарисованы. Ну, не знаю, насколько они там нарисованы. Оно еще плюс, оно должно чуть-чуть с листочками быть. Пойдемте посмотрим. Подожди, это мельница. Вау. Вау. Как будто раньше, да, вот это тоже мельницы были. Вот вода льется, считай, туда. И колесо крутится, и мука появляется. Ну что, идем? Идем? Идем дальше, идем дальше. Домик интересный. Домик мукоморов. Что там написано? Лукоморье. Грин, ты вот что. Вы хотели здесь покататься? Да. Вы хотите в очередь поставить? Нет. А еще машинки. А может это за место машины? А, нет, кстати, это водяное. Нет, это водяное. Пойдемте в машину. Есть машинки еще. А вот мега песочница. Я хочу мегапесочник. Нет, это надолго. Долгая песня здесь. Ну, часа на полтора. Ну, на час, наверное. Нет, не на полтора, на час. А они, он, видишь, всего получается трое как. Три катаются. Это очень мало. Вот. Вот это песочек. Пойдемте вон там по дорожке. За полтора часа мы успеем доехать. Это все из песка. Тупо, мечом, мечом. Песок потрогать? Давай. Ух ты, слушай, это явно не сочинский песок. Ну да. Его завезли откуда-то. Так, это бабайга. Над златом чахнет. О, смотри, соловей и разбойник, и этот, Добрыня Никитич, да? Лошадь его верная. Вот он, связанный. Что? Это кто? Это песок. Что за песок? Я не знаю, что это за песок. Очень меленький такой, классный. В Сочи мы такой песок не встречали. Слушай, ну тут кто-то же заморочился, да? Все это так красиво сделать. Класс, молодцы ребята, кто сделал это? Оксана, подожди.
Да ну убежали, я же снимаю все это. Вообще красота, да? Смотри, как красивая длина. Целая гора песка. А то я вижу, что такая красота. Это создано из такого песка. Аленушка. Русские народные сказки. Пушкин. То есть там нарисован даже Пушкин. Класс. Просто песочница. За столом он может прямо там сесть и копаться. Ну да. Ну короче, все хороши, что Миша с Ангелиной нашли себе занятия. Может, Оксана, пойдем на каруселях куда-нибудь, а они пусть в песке посидят. Да. Вот, смотрите. Вон уже у этого, у меня Горыныча, глаза горят. Они утром везде. Они горели. А, они горели? Да. Вот и Нюха с Ангелиной. А что это такое? Там зеркала какие-то. Может быть, это кривые зеркала?
А это кривые зеркала. Горы такие асфальтовые. На самую высокую гору, это Царь горы. Ух ты! Классно. А? Кривые зеркала, пойдемте. Ой, Алена какая! О, мама! Алло, Мелик, здравствуй. Ой, какой я длинный. Я с ростом папы и мамы почти. Вообще, мы гиганты. Мы гиганты здесь. Классно. Ваня, Ваня, отходи. Алло, так что коротышки! Я коротышек! Вон, смотри, на мою Илюха выше. А, нет, чуть пониже. Такие колобочки. Такие растянутые! Папа жираф! Сёма! Алена, Вера, пойдем. Алена, Вера. Это что с нами, Сочи? Это похоже на то зеркало, да? Да, какие-то зеркала. Что там?